Трагическая потеря сильно подорвала здоровье Людмилы Хитяевой. В интервью для передачи «Жизнь и судьба» она откровенно рассказала ведущему Борису Корчевникову, как переживает эти тяжелые дни. Людмила Ивановна призналась, что находится в состоянии прострации и пока не может осознать, что любимого сына больше нет. Она также отметила, что вынуждена справляться с утратой в одиночестве, поскольку даже внук не приехал поддержать ее, а вдова Павла не проявляет желания общаться. Людмила Хитяева также выразила свое разочарование в своей невестке, которая в прошлом была манекенщицей и никогда не работала после замужества. Народная артистка РФ отметила, что жена ее сына Павла умела только тратить деньги. Эта ситуация причиняла боль Людмиле Ивановне. Кстати, Хитяева винит жену Павла в его смерти. «У меня было плохое предчувствие. Когда его дама вошла к нам в дом, я сказала, что пришла беда. Но это был выбор моего сына. Она киевлянка, манекенщица. Никогда не работала, умела только брать и ничего не давала взамен. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияло. Увела его из семьи. Хотя он был женат. Павел был в Таиланде на выставке, она там его присмотрела и вцепилась в него», — высказалась Хитяева. Тем не менее, Людмила Ивановна отметила, что врачи рекомендовали Павлу уехать из Таиланда из-за специфического климата и проблем со здоровьем. К сожалению, его сердце не смогло выдержать нагрузку. Хитяева открыто призналась, что предчувствовала наступление беды, но бессилие остановило ее от принятия каких-либо мер.